І детальніше про це поговоримо із білоруським опозиційним політиком Павлом Латушком. Добрий вечір вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як білоруський народ взагалі реагуватиме на відкриту війну, на можливу відкриту війну з Україною? Ми розуміємо, що Білорусь, в принципі, вже опосередковано втягнута в цю війну, але війська поки що не вводили. А от якщо це станеться, як реагуватиме? Ну, только вот сегодня вечером появились первые данные последнего опроса общественного мнения в Беларуси, которое провело агентство Chatham House, которое проводит за последние годы все опросы общественного мнения о настроении в белорусском обществе. И этот опрос среди городского населения Беларуси показал, что 97% белорусов выступает против участия Беларуси в войне в отношении Украины. Это тот вопрос и ответ на вопрос, который волнует, я думаю, всех нас, белорусов, и волнует в том числе украинцев. Во многом эти настроения имеют место быть и в вооруженных силах Беларуси, что является основным сдерживающим фактором для Лукашенко, а не введение до настоящего момента вооруженных сил на территорию Украины. Он понимает все риски и последствия такого решения с точки зрения возможных действий или бездействия вооруженных сил, которые могут перейти на сторону Украины, сложить оружие, сдаться в плен или даже в крайней ситуации повернуть оружие против диктатора. Я думаю, что это сегодня стало важнейшей темой обсуждения в Кремле в ходе встречи с Путиным. Ну, мы понимаем, что сейчас Лукашенко находится под тиском Путина. Как, на вашу думку, как сейчас має діяти Лукашенко? Ну, во-первых, давайте не будем здесь пытаться найти оправдание действиям Лукашенко. Я не соглашусь с вашим тезисом, что пока он еще косвенно участвует в агрессии в отношении Украины. Вот в этом и совершается ошибка, геополитическая ошибка наших европейских партнеров. И пользуясь этим случаем, если меня смотрят представители властей Украины, о чем мы пишем соответствующие письма и в адрес вашего руководства, необходимо дать очень четкую оценку действиям режима Лукашенко в этой ситуации. Режим Лукашенко является в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций агрессором, потому что режим предоставил территорию моей родины, нашей страны, для того, чтобы совершать атаки в отношении дружественного государства Украины. Предоставлена вся военная инфраструктура, аэродромы. Фактически, вот если вы посмотрите сейчас на специальный канал, который дает информацию о старте самолетов, бомбардировщиков, истребителей с аэродромов в Беларуси, в Лиде, в Барановичах, в Лунице и в других городах, постоянно идет старт, постоянно запускаются ракеты. И это подтверждение того, что Лукашенко реально соучаствует в агрессии. Исходя из этого, он должен получить все наказания. Что происходит? Сегодня в Кремле Лукашенко пытается, первое, оправдать факт своего участия в агрессии, говоря о том, что вот молодцы россияне, они первые нанесли удар в преддверии того, как Украина хотела атаковать Донбасс. А оказывается, Лукашенко был настолько мудрый, что он еще предусмотрел раньше россиян, потому что ожидал, что Украина нанесет удары по территории Беларуси. И поэтому в 11 вечера 23 февраля он дал команду о запуске ракет по территории Украины для того, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу в отношении Беларуси. И он пытается это доказать Путину и доказывает это в прямом эфире. Он признается в акте агрессии. Второе, то, что мы видим, обсуждалось, это экономические выгоды, которые может Лукашенко получить уже за те санкции, которые введены. И в случае, если он вступит в реальные вооруженными силами на территории Украины со стороны Запада, какие экономические санкции. И сегодня мы можем зафиксировать, что из-за очень слабой, вялой позиции Брюсселя и Соединенных Штатов Америки в Беларуси создается экономический офшор для Российской Федерации. Только за январь, еще в преддверии войны, экспорт в Европейский Союз вырос на 113% из Беларуси. А это мы принимаем ситуацию, когда в Беларуси массовые репрессии. Было введено уже 5 пакетов санкций. Сейчас фирмы, которые уходят с российского рынка. Ну, возьмем Apple. Он ушел с российского рынка, но не ушел из Беларуси. Coca-Cola.
уходит с российского рынка, но не уходит из Беларуси. То же самое производители табака, Sony, Epson и так далее. Вы думаете, что эти бизнесы в интересах России не будут осуществляться с территории Беларуси? Будут. Лукашенко на этом будет зарабатывать. Сегодня он по итогам встречи сказал, договорился он главное о чем? О специальной цене на газ, на нефть, о последствиях финансовых санкций. То бишь, значит, Путин согласился рефинансировать долги или не требовать долги у Лукашенко. Второе, дает специальную цену на газ, что и на нефть, что удешевляет значительно нашу продукцию. Он прямо говорит, что мы договорились, что Россия будет поставлять нам вооружение, а мы будем поставлять технику, сельскохозяйственную технику, трактора, автобусы. Он прямо об этом говорит. То есть сегодня из-за слабых санкций Европейского Союза и США, и в том, что не замечают роль Лукашенко, Лукашенко становится бенефициаром этой войны. Он зарабатывает деньги. Он фактически развернул агрессию в отношении Украины и при этом умудряется еще на этом зарабатывать. Неужели вновь повторится эта геополитическая ошибка, которая была совершена в 2020 году? Нельзя верить Лукашенко, нельзя предоставлять ему возможность быть фейковым медиатором. Сегодня Мединский присоединился к беседе Путина и Лукашенко. Вот именно Лукашенко должен сидеть со стороны России при переговорах, потому что он соучастник в агрессии. И территория Беларуси не может использовать как площадка для медиации. Турция, да, но никак не Беларусь. Давайте не будем вместе совершать эту ошибку, а потом ожидать, что белорусское общество будет соответствующим образом реагировать на действия узурпатора. Дякую вам дуже за розмову. Це був білоруський опозиційний політик Павло Латушко. Говорили про те, що